Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу поздравить всех женщин России с великолепным праздником 8 марта. Это замечательный праздник весны, женственности. И в этот день обычно принято дарить цветы. Но, к сожалению, тайские цветы слишком недолговечны, и они не выдержат пересылку из Таиланда в Россию. Поэтому в честь этого праздника я решила вам подарить тайские цветы, вернее, их самые лучшие свойства, заключенные в маленькие баночки. Первый подарок, который я подарю всем, вне зависимости от того, оформите вы заказ или нет, на нашем сайте 8, 9 или 10 марта, это будет вот такой вот замечательный ингалятор с эфирным маслом красного лотоса. Ну, многие уже знают, как выглядит тайский ингалятор, только в этом ингаляторе, в нижней баночке находится масло красного лотоса с маслом каепута, ментола и эвкалипта. Это масло не только помогает справиться с заложенностью носа, также это масло помогает снять нервный стресс, напряжение и является афродизиаком. Вот такая вот замечательная, интересная вещь. Если вы оформите заказ на сумму от 3000, вас ожидает еще один подарок. Это ароматизированный крем с натуральными экстрактами тайских цветов. Сюда входит экстракт катлеи, это вид орхидеи, также сюда входит сандаловое дерево и амбра. Эти духи тоже являются афродизиаком, они подарят вам не только весеннее настроение, но также уверенность в себе и привлекут внимание противоположного пола. Вот так вот он выглядит, вот такой вот он мягенький, содержит масло ши, наносится на зону пульсации, на запястье, под мочками уха, на шею, на сгибе локтей и так далее. Вот. А для тех, кто оформит на нашем сайте заказ от 5000, ожидает еще один подарок. Это крем для рук класса люкс с эфирным маслом розы, со сладким миндалем, также с маслом ши и с маслом какао. Этот крем, он не только дает ощущение комфорта на руках, но также оставляет очень приятный аромат. Крем моментально впитывается, не оставляя ни липкости, ни жирных следов. Вот такая замечательная упаковочка. Вот. Если вы оформите заказ от 5000, вы получите все три этих подарка. Также 8 марта я в ассортимент добавила еще несколько интересных позиций. К сожалению, я успела не все, думаю, на днях я добавлю. Но сейчас расскажу о том, что я уже добавила, и потом то, что я на днях планирую выложить. Первое – это гель для интимной гигиены с тайской травкой, которая называется хиюн. В Таиланде у нее такое очень интимное название в переводе с тайского. Она называется дословный перевод как сужение влагалища. Вот, этот интимный гель помогает восстановиться женщинам после родов. Также он восстанавливает и омолаживает все женские органы. Также он очень обладает мощным антибактериальным эффектом. Также с этой травкой у меня есть два замечательных продукта. Это капсулы, которые содержат... Кроме этого экстракта еще два компонента. Это яванская куркума и второй, вот я, к сожалению, не запомнила сейчас, если... Вот, есть шатавари. Это юридическое средство, что я с ним раньше не сталкивалась, но когда я почитала, оно меня просто поразило, на самом деле, своим действием. Вот буду делать так, но на самом деле есть капсулу уже пробовала, и воспаление, которое у меня было после операции, после кесарева, довольно эффективно и хорошо убрали эти капсулы. Они тоже помогают восстановиться после родов. И кроме того, они восстанавливают весь женский организм, восстанавливают все соединительные ткани. Так что это поможет не только тем женщинам, которые недавно родили, хотят привести себя в порядок. Также это поможет женщинам после 30 лет, которые хотят сохранить молодость. Или... Также эти капсулы, они замечательны для женщин после климакса, улучшая значительно состояние. Также на основе этой травки есть интимный гель. Гель-дезодорант полностью на натуральной основе. Кроме этой травы, хиюн, также содержится экстракт той же куркумы яванской, ромашки и здесь целый перечень полезных компонентов, которые дезодорируют, убирают излишнюю сухость, дарят... очень комфортное ощущение во время интимной близости. Также этот гель можно использовать во время вместо лубриканта. Вот, ну, такой немножко стыдливый продукт, но, тем не менее, я предпочитаю об этом сказать. Если я нашла хорошую для себя, я предпочитаю этим поделиться. Испробовано, рекомендую. Чем это лучше вагинальных таблеток? Это, во-первых, не дает дискомфорта, не дает каких-то странных выделений. Это сразу дает ощущение комфорта, убирает неприятные запахи и выделения. И также... останавливается все внутри.
Вот, это то, что я уже добавила в ассортимент. Сейчас до 30 марта на эти продукты будет действовать хорошая скидка. Вот. Еще два продукта, которых я не успела, но которых я очень хочу добавить, это еще одни женские капсулы на основе Сапан 3. У нас уже есть этот ингредиент в ассортименте, но он неудобно в виде там палочки, которую надо отваривать. Это капсулы. Они очень удобно принимаются. Что они делают? Они нормализуют гормональный фон. И если вы очень тяжело переносите ПМС, эти капсулы для вас, они убирают все симптомы, убирают головную боль из-за скачки гормонов и прочие неприятные ингредиенты. Тоже опробовано, работает. Вот, и последнее, это гель для укрепления ногтей от компании Мистин. Вот так вот он выглядит, это новинка, он только-только появился, мы сразу же его заказали. Вот такой замечательный цвет. Это не лак, он наносится на ночь. Очень приятно пахнет, приятная консистенция, быстро впитывается. Тоже я уже неделю его пробую, и на самом деле, да, значительно чувствуется, как укрепляются ногти. У меня очень жутко, они начали в последнее время слоиться. Вот это вот средство, ну, реально просто спасает. Вот. На этом все. Я желаю всем женщинам, чтобы этой весной исполнить все ваши желания, чтобы этот день был самым лучшим днем в этом году, чтобы вы получили от своих любимых те подарки, о которых вы мечтали, и чтобы в вашей жизни все было хорошо.